Страйкбольный карабин R15 CQB от производителя из Гонконга компании Arcturus. В комплекте был сам карабин, бункерный магазин, механический магазин, съемные прицельные приспособления, заглушка на приклад, шестигранник, шомпол, сертификат качества, инструкция и патч. Материалы изготовления: ствол, цевье, верхний и нижний ресивер. Труба приклада выполнена из алюминиевого сплава. Приклад и рукоятка выполнены из ударопрочного пластика. На цевье есть ячейки интерфейса M-Lock для крепления дополнительного оборудования или респланок. Сюда можно установить тактические рукоятки, фонарик или LCU. В верхней части есть респланка для крепления прицельных приспособлений. В комплекте есть штатные прицельные приспособления. Это съемная откидная регулируемая мушка и съемный откидной регулируемый диоптер. Органы управления стандартные для приводов М4 серии. Это спусковой крючок, кнопка отмыкания магазина и переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это предохранитель, одиночный огонь и автоматический огонь. У данной модели есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рукоятку заряжания. Регулировка происходит с помощью колеса. Обратите внимание, что шторка имитации затвора становится в заднее крайнее положение, чтобы было удобно регулировать хоп-ап. Чтобы ее закрыть, необходимо нажать на кнопку сброса затворной задержки. Внутри находится стандартный гирбокс второй версии. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы запчастями от других производителей. У основания приклада есть двусторонняя антапка для крепления ремня. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо снять приклад. Разъем мини-тамия. Для данного привода подходят бункерные и механические магазины М4 серии от различных производителей.